Я, конечно, далек от религии, но не могу не скрывать, что все это очень грандиозно. Видя все вот это, трудно не поверить в Бога, потому что настолько все мощно и грандиозно, что да, оно убеждает, уже убедительным становится именно само по себе. Да, для веры это было необходимо. Именно вот такая грандиозность.